Обнаружена высокая концентрация маджики. Маджики. Урожайность может значительно отличаться от стандартной ожидаемой. У него просто сбой в системе. Всем доброго, здоровья, всем приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Сегодня будет новенькая игрушка под названием... Эпик Шеф. Да, в общем, начинаем новую игру. Итак, здесь мы будем очень много готовить и очень много сюжета. Я надеюсь, тут субтитры-то будут. Или что это? Сейчас было хаба-хаба какая-то непонятная. Земля! Слушайте, ну на самом деле по трейлеру там пипец такой эпик. У нас будет и своя собственная ферма, и куча каких-то приключений, и куча готовки, и будут приходить люди, есть эту еду, ставить какие-то оценки. Короче, все да. будет круто. Игрушка должна быть очень атмосферной, уже видно, она такая, да, яркая, сочненькая. Тут даже в названии там настроек, там прожарка, прожаренная, то есть сырое, качество да? будет топовое. Well done. Да. Мы приближаемся к Амброзии, парень. Здесь наши пути разойдутся. Почему мы не пришвартовались в главном порту? Боюсь, я не готов обсуждать с тобой этот вопрос. Да. До свидания. И все, такое сухое прощание после наших морских приключений. Ну, если ты настаиваешь, можем провести небольшую прощальную церемонию. О, это было бы здорово. Эй, что вы... Понятно, вот вся эта церемония. Короче, здесь еще и юмор будет. И не пролезай больше на наш корабль! Все ясно, мы, короче, тайком проникли, видимо, на корабль. Прощальная церемония. Так. Пожалуй, я на это сам напросился. Итак, у нас есть инвентарь. Мы можем свободно перемещаться. Клево выглядит. Слушай, ну прям это. Причем движок такой, какой-то знакомый. Не с места, а ты только что сошел на берег. Здесь? Вроде того. Ох, тогда я должен попросить у тебя официальное разрешение. У меня его нет. Тогда ты не можешь пройти. Если, конечно, не отблагодаришь меня как следует. Звучит страшно. Ну да, я же в Конкордии. Что-что? Ничего, послушай, я беднее церковной мыши, но у меня есть документ, который... бюрократией занимается капитан. Мне не платят за возню с бумажками. Где мне найти капитана? В штабе на пристани, направо от меня. Направо от меня. Так, ладно, а я пошел налево. Налево, да. Ну ладно, давайте с Кэпом поговорим. Где он там может быть? Направо от меня. Эй, ага, вот, понял, наверное, пока не вот пообщаюсь, здесь. Окей. FV Cargo какой-то. Так, ну сейчас мы доберемся до него, поговорим с ним. А тут никого нет. Что да, значит что направо ли? От... Как это направо? Слушай, а где-нибудь есть тут какая-нибудь? А, сюда. Ну здесь все загружено. Я тебе говорю, короче, мне походу как бы не звучало все-таки странно. Налево. Да, все-таки налево придется идти. Понятно. Ну, а как я через него пройду? Направо от меня. Это типа вот здесь он сюда смотрит, а не от меня. Да, точно, мы это, затупили мальца. Так, рядовой какой-то. Ну мне сюда, я так понимаю. Администрация находится здесь. Здравствуйте. Кто, что тебе нужно? Я пришел за официальным разрешением. Официальным? Ради чего на Фульгуриану тебе сдалось? Стражник у дверей попросил. Во имя Темперуса, ты не мог его просто подкупить и не тратить мое время? Я предпочел бы все сделать по закону. Ох, ну хорошо, присядь. Сейчас, походу, надолго. Местный или приезжий? Ну, типа и то, и другое. Именно это я хочу услышать, когда заполняю документы в последнюю минуту приемного времени. Ну, я здесь впервые, но у меня есть имущество. Ага. И что это за имущество? Вот документ. Посмотрим. Святые поросята! Это же свидетельство о владении виллой Каламитоса. Где ты его взял? Ну, получил предложение, от которого было невозможно отказаться. Ага, предложение. Только не для тебя, а? Ничего, похоже, все в порядке. Вот твой вид на жительство с печатью. Ты владеешь недвижимостью сразу за восточной стеной города. Ух ты, как быстро! Я ждал бюрократической волокиты. Если бы ты жил в верхнем городе, без нее бы не обошлось. Но никого не волнует, что происходит здесь, внизу, так что вот. Мгновенный вид на жительство. Добро пожаловать в Амброзию, а теперь... Вали нафиг. Постойте, я даже не знаю, где мой новый дом. Этим докучайте кому-то другому. Идеальный кандидат — рядовой шпик у Южных Ворот. А теперь уходите, у меня дела.
Да, я видел, как вы заняты. Хочешь ночевать в камере, парень? Благодарю за помощь, капитан. Вот пообщались. Так, ну что нам теперь? Слушай, здесь можно все это пощупать. Как эта штука проигрывает музыку? Без понятия, но мне нравится мотивчик. Где люди берут такие вещи? Он выпал из ящика. Мы не смогли найти адресата, так что оставили его здесь на хранение. Блин, понятно. Классика жанра. Ладно, выйдем отсюда. Короче, здесь еще можно нам что-то пощупать. Выпал из ящика. Так, идите к южным воротам. Слушай, уже стемнело немножечко. О, этот пропал, чувак. Южный, ну, нам, наверное, сюда. Тот чертила даже дверь больше не охраняет. Наверное, просто хотел по-быстрому поживиться. Эх, какое мне дело? Поищем-ка эти южные ворота. Так, хорошо. У нас причем понедельник, 8 утра. О, PM. Это у нас что? Утро вроде. Утро. М утро. PM это вечер. Да. Сорян. Что тут за махач вот какой-то? Махач. Блин, что вот это здесь дичь происходит? Что? Ладно, где южные ворота? Отель. Сержант. Нам нужно... Вот сюда, наверное. А где тут компас? Компаса нету. Простите, это южные ворота? Ха, эта дверь смотрит на юг, уважаемый. Не знаю, компаса у меня нет. Вот-вот. Эти ворота смотрят на восток. Это восточные ворота. Они смотрят и на запад, так что это и западные ворота тоже. Гениально. Это не значит, что эти ворота южные. Название ворот отражает не направление их открывания, они указывают на расположение. Дверь может смотреть на юг, но ворота все равно будут самыми восточными в районе. Вот почему эти восточные ворота... А, это восточные ворота, а не потому, что они открываются в направлении восхода солнца. Это может быть как самая восточная, так и самая южная дверь. И что? Значит, эту дилемму надо как-то решить. Полагаю, в таком случае направление открывания двери будет весьма полезным для того, чтобы определить, южные это ворота или восточные. Сдолбал же. А можно просто назвать ворота юго-восточными? Погодите, предположим, это вращающаяся дверь. Ну все. Прошу вас, сэр, я понимаю, что охранять стену дело очень скучное, но мне очень нужно найти рядового шпига. Он у южных ворот, которые находятся на юге. Справа от вас. Спасибо. Гном какой-то вонючий здесь. Блин, помешал. Так, вон идите они, к южным походу. Воротам. Да. Ну тут вообще трэш какой-то, бюрократия творится. Ого, тут магические какие-то места. Так, он... так вот это, наверное, должно быть это южные ворота. Все ясно. Как живописно. Есть здесь кто-нибудь? Мне кажется, я видел кого-то у решетки. Караульный пост. Здравствуйте, мне сказали прийти сюда поговорить с рядовым шпигом. Шпигом. Да. Сэр, я знаю, что вы за доской. Хотя бы поздоровайтесь. Ну же, приятель, у меня был долгий день, не затягивай его еще сильнее. Черт, знаешь что? Не пошел бы ты на... А что это, звонок? О! Нормально, в табло. Что за... Какого... А, вот шпиг. Чем могу помочь? Твою мать, мужик, не напрыгивай так на людей. Прошу прощения, я раскладывал вещи под стойкой. Ты мог бы хоть что-нибудь сказать? Но вы не позвонили в звонок, мистер. Нужно звонить в звонок. А здесь он не просто так. Ага, чтобы бить людей по голове. И что это за жуткая кукла? Это капрал-манекен. Но почему? Хотя знаешь, забей, все в порядке, лучше покончим с этим поскорее. Я Смак, новый владелец виллы Каламитоца. Ваш капитан сказал, что вы укажете мне дорогу. Что? Вилла Каламитоца? Не стоит туда ходить, мистер? Еще как стоит, я там теперь живу. Нет, мистер, это вы там не живете. Вы там умрете. Да, я на это и рассчитываю. Лет через 50 в окружении любящих внуков. Вы не успеете завести внуков, мистер. Вы там и одного дня не продержитесь. Это место проклято злым духом. На этой вилле уже много лет водятся привидения. Все, кто на ней жил, либо погибали страшной смертью, либо сбегали в ужасе.
Никто не осмеливается жить в этом кошмарном месте. Там появляются призрачные фигуры, и каждую ночь оттуда доносятся жуткие крики проклятых. Ты закончил? Да. Тогда покажи мне уже дорогу к этому чертовому дому. Уже ночь. Хороший факел. Неплохо. Он вон там, мистер. Добро пожаловать в наш новый дом. Ваш. А ваш, да. Ну и в наш. О, реально, это какое-то кладбище, что ли? Что это такое? Да, домик-то... Воу. Атмосферненько. Да ты издеваешься. Это вилла Каламитоца? К сожалению, да, я вам говорил. Я знаю, ее вид шокирует. Я отведу вас назад к... Ты хочешь сказать, что я купил это место на свои скудные гроши? Боюсь, что тот, кто вам ее продал, вас здорово облапошил. Но это же лучший день моей жизни. Что? О мой бог, она огромная! Я встречал аристократов, у которых было меньше земли. Но проклятие, призраки! Я и в самых безумных мечтах не мог себе представить, что мне будет принадлежать нечто подобное. Вы меня вообще слушаете? Такой потенциал! Наконец-то удача мне улыбнулась. Ладно, я вас предупредил. Буду готов открыть ворота, если ночью вы выбежите с криками. А, о, да, еще увидимся. Эх, возьми эту лампу, она тебе пригодится. Отлично, спасибо, Шпок. Шпик, как скажешь. Пипец. Новая лампа у нас. Чтобы взять лампу, нажмите Tab. У нас есть инвентарь. Перетаскивать предметы на панель ярлыков, чтобы создавать ярлыки, удерживайте на них. Так, Е. Так, значит, где у нас? Вот здесь. Получается, лампа. Ага. Но я могу просто так перетащить и все. Так, Е взять, F меню, скип закрыть. Все, у нас теперь лампочка есть, отлично. Слушай, здесь еще можно что-то поискать. Ну ладно, мы пойдем напрямую в дом. Вообще, слушай, ну местечко мне нравится, атмосферка здесь тоже веселая, на самом деле. Жутко веселая, там он видно, что-то горит какой-то. Ну да, но мы потом, давайте прямиком всего, да. Туда, куда нам нужно. Это что, почтовый ящик? Да, здесь очень уж интересно заглянуть. Ого, смотри, там пещерчу глядят оттуда. В свое поместье, да. Красные глазища. Так. Вообще совершенно не напрягает. Гильотина. Все, что нужно для райской жизни. Шикарное местечко. Пыточные. Да, кстати, игрушка на разных платформах тоже вышла, я забыл совершенно сказать. Но это можно будет загуглить в любой момент. Мой дом, даже не верится. У меня есть имение. И все из-за каких-то историй про призраков. Чушь полная. Не сомневаюсь, что в моей резиденции нет никакого зла. Что ж, зайду внутрь. О, как в Resident Evil. Как будто отсылка. И больше мы его не видели. Ну, сейчас проверим. Ох, темно. Зажжем свет в комнатах и посмотрим по сторонам. Нужно убедиться, что сюда не прокрался медведь или бродяга. Так, ну у меня же есть лампочка. Вот так. Здесь может свет зажечь. Использовать свечку. Ага, кажется, места здесь достаточно. Будет где хранить вещички. Текс, что у нас еще здесь есть? Ого, зажечь бойлер. Кухня, да? Бойлер, кажется, работает. На печь взгляну с утра. Такс. Тут как будто мечушка какой-то лежит. Да уж. И сковородка. Слушай, ну здесь прям отличная хата, да. Ого. Пиано. Выглянуть наружу, но это ладно. Сейчас посмотрим, что здесь. А вот тут можно что-то сделать? К этому очаг. Какая просторная комната! Но эта картина ужасна. Неудивительно, что ее здесь бросили. Так, сейчас здесь прикинь, глаза за нами такие следят. Нет, премии не бездельничать, дела не ждут. Вы слышите какие-то звуки? Кря-кряк тут все время. Сундук. Вон свечка, кстати, да, тоже. Да-да-да, нельзя сундук использовать. Сейчас свечку. Спальня, как я понимаю, с удобной деревянной доской. По крайней мере, на ней есть подушка. Ну, всяко не хуже, чем бочка на корабле. Хватит на сегодня, пожалуй, посплю-ка я на этой кровати-доске. Так, все, поспать. Пора немного поспать, но сначала давай спрячем эту чертову книгу. А, вот сундук пригодился. Надеюсь, ты останешься здесь под замком на очень долгое время. А теперь я могу только попытаться забыть о ней и, наконец, немного поспать. Спокойной ночи. Что ж, интересно, за книга как будто говорящая.
умиротворение. Да уж. Сейчас. О, утречко. Реально, доски. Кря-кря. Ну реально, я не знаю, это как будто попугай какой-то. У него будет отличная осанка. Ах, не самая удобная кровать, но проснуться в своем собственном доме – это ни с чем не сравнимо. Здесь даже есть какая-то ванная. Я могу там приводить себя в порядок или переодеваться. Так, костюм, купальный костюм на утёсе. Сколько здесь всего? Слушай, я могу приодеться-то в любом момент? А это, наверное, туда надо зайти, Миш. Да, наверное. Так, сейчас посмотрим. Сундук. Так, ладно. Лучше не задумываться об этом. Сменить одежду. Ну, давайте уж вот такую. Ну да. Пока мы еще мало знакомы с этими местами. Да уж, а здесь можно выглянуть, что ли? Но будем знать что ли? О Нет. том, что... Нет, мне кажется, выглянуть можно вот из той комнаты. Давай, кстати, выглянем. Так, хорошо, давай выглянем. Какие-то монстры. Нет времени бездельничать. Понял. Понятно. Ну, так, ладно, надо спуститься, я не помню, где здесь спуск. Вот сюда, наверное. Нет, вот сюда. Пипец, да. Если так честно, забудешь, пропадешь. Так, кухня. Проверить горшок. Ничего. Пожалуй, пора начинать думать, как побыстрее разжиться деньгами. Не сидеть же и ждать, пока вдохновение свалится с неба. Ой. Это вдохновение? Муза. Что это было? Надо посмотреть, что случилось. Так, осмотреть... Разобраться с шумом. Интересно, это на улице или на втором этаже? Такое ощущение, что на втором этаже. Кажется, что-то разбилось совсем рядом, но где? Не, все-таки на улице. Воу-воу-воу. Фонтан? Эх, дом и без того в ужасном состоянии. Из-за чего это произошло? Ёлки-метелки, это голем? Ты кто вообще? Точно, голем. Операционный модуль обратной перепланировки K28. Вы владелец этого участка? Да, пожалуй. Запускается протокол обратного восстановления. Сканирование местности выполнено. Обнаружена оптимальная почва. Внимание! Обнаружена высокая концентрация маджики. Урожайность может значительно отличаться от стандартной ожидаемой. У него просто сбой в системе. Маджики или маджики, как правильно? Маджики. Маджик. Маджик, типа. Постой-ка, что это такое? Куда ты... Требуется тестирование почвы. Данный модуль не способен выполнять физические задания из-за повреждений, полученных при приземлении. Переход на дополнительный режим ручного управления. Используйте прилагаемую мотыгу для формирования углублений в плодородной почве и посадки, предоставленных для оценки овощей. Конечно. Пипец, это что нам надавали? Посадить семена? Слушай, я что-то не замечал, что у нас тут столько места. Так, а потому что новое мы здесь задание. Ночью шли. Так, у нас мотыга, вот давайте. Так, а что у нас еще? Куча семян, да? Так, ну давай картошечка. Морковочка. Я вот так сделаю пока что. Так, все. Ух ты. Вау. Так, сначала надо дырочку сделать, я так понимаю, да? Отверстие в земле. Где у нас? Поближе, да. Я бы особо не хотел сейчас бегать куда-то далеко. Ну ты только уж не прям... Как вот бы по красоте-то тут? Ну давай вот тут. Вот по этим углублениям, по грядочкам. Вот так, да, отсюда ну, да. Начнем. Бамс. Потом у нас бамс. Потом у нас бамс. А еще линия будет в ту сторону, вдоль. И можно сделать... Что? Будет... Ну это ладно, мы пока так остановку. Убрали. Теперь так. 6. Бульк. Надо все посадить. Семена. Очки опыта получаете. Воздушности. Когда шкала опыта воздушности заполняется, уровень соответствующего навыка повышается на 0,5, пока не достигнет максимума. По уровню навыка определяется, сколько кулинарного опыта получает смак, когда что-нибудь ест. Угу. Другие занятия могут повышать модификатор для навыка энергичности и утонченности. Они также определяют, сколько поварского опыта получит смак, когда что-нибудь съест. Хорошо, у нас что еще? Семерочка давайте. Посадили. И восьмерочка. Так. Интересно, много надо их, ну, посадить сажать? Семя. Судя по всему, нужно еще. Ну, давай. Блинчик. Ой-ой-ой-ой. А можно было так? А как вот мне, кстати, зафигарить эту яму? Ну, все, она теперь будет от перфекциониста. Слушай, ну, можно было, оказывается, вот так делать. Ну, ладно.
ладно. Ну ладно, пока узнаем, ё-моё, как убирать. Ну, потом тут уберем. Ну, такой хозяин. Так, ладно, давай сюда помидорчик. Какой дом, такой хозяин. Семерка. Походу, а, вот все надо посадить. Да, да, да. Все, да, мы посадили. Это выполнили. Так, я посадил. Все, что от меня. Может, надо к нему теперь? Наверное. Вон, видишь, картошечка, вся дрыгается, морковка, помидорка. Что надо тебе еще, пес? Я посадил все, что ты мне дал. Обнаружены посевы, базовое задание выполнено. Внимание, недостаточно места для хранения. Требуется переносной маджика-строитель для создания необходимой инфраструктуры. Робота заглючила. Требуется 3 стандартных единицы местного дерева. Используйте это. Понятно. Теперь нас рубить заставит. Так, пойдемте. Займемся этим. Жалко, опять же, тап нельзя. Почему нажать? Почему? Неудобно. Хотел сказать, даже обучение здесь такое. Прикольное. Так, кого мы будем... Оу, какие деревья-то. Ладно, давайте с этого. Даже жалко, если честно, рубить что-то. Ну что здесь теперь поделаешь? Так, берем топор. Так, все. Готово. И вот у нас другой собирается. Так, дерево. Пенечек остался. Так. Блин, такие... Три дерева, он сказал. Или три дерева в смысле... Да типа три бревна знаю. Или три реальных дерева? Ну, наверное, ну давай, ладно, спилим еще. Три дерева, скорее всего. Все это мы собираем. И последнее давай где-нибудь. Подальше бы надо. Ну что-то. Да, чтобы уж не в одном. Оставь вот это, пожалуйста. Огромное, красивое, да? Вот это мы спилим. Давай. Оно все равно его не видно. Все, мы собрали. Дружка топот. Такая прям красивая. Так да, качественно, красиво все. Мы как будто... Хотя нет, такая же скорость бега у нас абсолютно. Возвращаемся. Странно, что не засчиталось. Вот 3 единицы местного дерева. Обработка материалов. Материализация маджика-строителя. Тут не сломается сейчас. Неплохо у него тут джакузи, все Опа. Дела. Это штукатурная установка. Это все для нее. Загружены чертежи контейнера для хранения. Возьмите требующие материалы и требующиеся материалы и соберите модуль для хранения с помощью маджика-строителя. Ладно, я тебе подыграю. Где наша не пропадала? Так, теперь у нас есть еще крафт, оказывается. Мы можем вот это... Три надо было, да, всего лишь. Такс, где у нас будет ящик хранения? Ну, может, вот сюда вот в угол поставить? Ну, давай. Только вот он... Где лицевая сторона тут у него? Наверное, вот так. Вот так, наверное. Так, ну нам одного хватит. Небольшой вроде модуль как, да. Хранения. Вот он, модуль хранения. Может, опять к нему теперь подойти, Миш? Я просто посмотреть хотел. Сейчас подойдем. Вместимость на допустимом уровне. Продолжить планирование строительства. Еще бы, эта штуковина просто потрясающая. Есть еще чудеса в запасе. Прилагается чертеж лесопилки. Лесопилки преобразуют сырье в строительные материалы. Когда построю лесопилку, сообщу тебе. Так, теперь лесопилка у нас. Угу. Лесопилка. Так, давай, может, ну не прям вот у входа. Ну, лесопилка а у нас, портит. Может, где-то у входа. Может быть, леса. Вот у стенки, где-нибудь вот здесь. Давай, ну вот тут где-нибудь поставим. Вот тут вот далеко тут. Бежать до нее. Да. У нас как ну бы да. все. Или загораживает вид по-вашему. Ну да. Такая бандура, конечно. Ну давай, лесопилка, чтобы шумно было вдали от дома. Вот тут где-нибудь. Около красиво. Входа. Ну вот так. Да. Все? Да. Так, а что не ставится? Эй, ты... А погоди, а у меня по ресурсам-то достаточно или нет? Я не посмотрел. Самое главное, это ресов-то, может, не хватает. Да, нужно еще деревья. Так, разогнался. Так, ладно, эти не трогаем. Это, да, неприкасаемое. Там что-то еще тоже фиг пами происходит. Ну давай сейчас доколебемся до первого попавшегося вон. Блин, тут я боюсь там к пещерам подходить, да, что-нибудь ну случится. Вот. Ну да, нам хватит. Потом есть флаг еще... здесь красивый, прям мне очень нравится. Так, все, собираем деревяшечки. И я пойду, не Наверное, пойду. Наверное, да. Нам хватит. Нам 6 только надо было. Так. Интересно, можно будет потом эти пеньки выкорчевывать и сажать? Тоже как использовать как дерево? Не знаю. Так, ладно, вот, видишь, оно теперь зеленое. И мы забабахаем вот... Тут, вот тут, да? Да. Бандура какая. Все, готово. Воу. Теперь нужно. Я надеюсь, опять... только не будет она эти бревнышки
туда выкидывать, да. Сейчас проверим. Я построил лесопилку. Превосходная работа, пользователь. Проверьте состояние урожая и сообщите о результатах. Урожая? Но прошло всего несколько часов, еще ничего не выросло. Проверьте состояние урожая и сообщите о результатах. Ладно, ладно, надеюсь, ты потерпишь несколько месяцев. Походу здесь, ого! Воу! Быстро. Это генно-модифицированные. Собираем, 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 собираем. И они здесь будут продолжать расти. Наверное. Вот твои овощи. Я не фермер, но это определенно ненормально. Сканирование урожая. Обнаружена аномальная скорость роста. Резонанс маджики ускоряет рост растений на... Много процентов. Да, 500 тысяч. Ничего себе, это не опасно? Действие маджики укладывается в параметры безопасности инфинигона. Ох, хорошие новости. Их можно есть? Запущен протокол проверки на съедобность. Предоставлено базовое обучение приготовлению пищи. Советы по готовке для холостого механомага? Выполните указания по приготовлению пищи и возвращайтесь с результатом. Пойду тогда на кухню у себя дома. Так, отлично. То есть у нас еще научиться готовить. Конечно, да, здесь основная. Готовить. Игра-то как называется? Ну, как бы да. Так, научиться готовить. Отлично, опробуем мою новую кухню. Оставлю кулинарную книгу здесь, на случай, если нужно будет в нее заглянуть. Так, ну надо все равно будет заглянуть. Советы по готовке для холостого механомага. Так, основное. Для приготовления блюда нужны 3 ингредиента. Они добавляются по одному за раз и составляют одно блюдо. Ты увидишь, что каждый ингредиент обладает вкусом, который характеризуется энергичностью, воздушностью и утонченностью. Они объединяются перемешиванием, а затем соответствующие баллы добавляются к оценке блюда. Ингредиенты более высокого уровня дают больше баллов. Ну, понятно. Сами понимаете, чего. Будьте внимательны и не оставляйте ингредиенты надолго, иначе они могут подгореть. О-о-о. Чтобы ингредиенты не подгорали, нужно периодически встряхивать сковороду. Как только ингредиент будет готов, он перестанет выделять... То и то и то. Да. Подав блюдо на стол, вы завершите приготовление. Так, а что тут еще есть? Соусы. Соус? Ну, может, пока не до соусов. Да, нам. давайте сначала с основами разберемся. Так, если смак хочет стать лучшим шеф-поваром в стране, ему следует оттачивать свое мастерство дома на кухне. Выберите помидор, начните готовить. Хорошо. Блин, клево. Помидорочка. Так, при приготовлении выделяют вот это все. Есть определенное значение у каждого показателя. Чем выше уровень ингредиента, тем выше его характеристики. Так, это все дает очко оценки блюда, что, собственно, важно в кулинарных битвах. Нажав правую кнопку, вы перемешиваете блюдо и добавляете баллы. Кулинарные битвы? Вы понимаете, о чем? Баллы, полученные, добавляются к оценке блюда здесь. Помешаем. Помидор. Так, осторожно, если оставить надолго, они могут подгореть, и тогда перемешанные баллы будут вычитаться. Если оценка опустится ниже нуля для всех вкусов, вы потеряете блюдо. Чтобы ничего не подгорало, встряхивайте сковороду. Оп. Чтобы создать готовое блюдо, нужно использовать 3 ингредиента, добавьте еще 2. Ну, я знаю, давай... Морковку и... Будет у нас рагу, типа, да. Раз. Осторожно, если оставить... Это я понял. Давайте еще картошечку. Красота, продолжайте готовить, пока не перестанут выделяться. Баллы. Пока не выделятся все баллы, если точно. Давайте помешаем. Так. Немножко подкинем. Почти. Все. Так, стряхнуть. Отлично, справились, блюдо приготовлено безупречно. Можно подавать на стол. Нажмите R. Фига себе. Нам дали 2 достижения. Ого, томатное суфле и золотые шишки в крахмалистых сливках. Шишки. Приготовленные блюда хранятся в инвентаре. Их можно брать туда. А, брать оттуда и возвращать обратно. Нажмите правую кнопку, чтобы брать блюдо. Ничего себе, ничего себе, Посмотрите на меня. Выглядит аппетитно. Ладно, ребят, вы могли себе представить, что из одной моркови... А где вот это? А, вот здесь инвентарь отдельный. Ладно, нам нужно доложить, я так понимаю. Да, да. Хотела сказать, нам нужно это съесть, но потом такая, блин, наверное, все-таки надо сходить. Погоди, да, надо сообщить о нашей Галему, готовке. Да. К хозяину. Воспользуйтесь кухней для преобразования урожая в блюда и принесите результат на оценку. Так, сначала возьмите в инвентаре, понял. Принт, поинты. Так, вот так пойдет. Вот, только для тебя.
Сканирование пищи безопасно для употребления. Пользователь может принять пищу и дать отчет. Я еще не завтракал, так что думаю, мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Поем за кухонным столом. Пипец, тут, конечно, ешь свои овощи, но я уберу. Ох, выглядит прям шикарно. Супер сочно, на самом деле. Такс, кухонный стол у меня где? Вот здесь, что ли? Вот, наверное. Жракать. Сначала мне нужно выбрать блюдо, которое я хочу съесть. Ну, все просто. Оу, слушай, ну это слишком сочно выглядит. Так, аж модификаторы, да уж, относящиеся ко всему этому, умножается на значение для соответствующего вкуса в общей оценке блюда. Пофигу, не запомним все равно. Результат добавляется как опыт для повышения опыта, точнее, для повышения поварского уровня. Как только смак поест, модификатор сбрасывается до нуля. Все, вот теперь более-менее понятно. Наверное. Так, хорошо. Сейчас на практике все увидим. А, я еще должен сам жрать что-то. Что? Так, так. Фига себе. Ага. Так, повышение, видишь, у нас второй уровень теперь. Влияет, точнее, можно открывать новые синергии ингредиентов. Эти бонусы активируются при подборе совместимых свойств ингредиентов во время готовки и могут значительно повышать оценку блюда. Тут пипец, надо еще все тонкости эти. Но я сожрал, в принципе, и теперь должен доложить об этом, да? Ну, наверное, да. Так, товарищ... Там еще, конечно, был какой-то восклицательный знак, но, видимо, то, что туда можно подходить. Я попробовал блюдо, оно было неплохим, но мне не удалось достичь идеального сочетания ингредиентов. Думаю, я способен на большее. Модуль поддержки синергии активирован. Оптимизируйте предоставленные ингредиенты и сообщите о результатах. Откуда они взялись? Выросли, пока меня не было? Неважно, используем в готовке. Такс. Я думаю, что мы прервемся на этом, и я надеюсь, что вам игрушка очень сильно понравилась, чтобы ее проходить. Так что поставьте как следует лайкосов и напишите комментарий в поддержку ролика. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!